Обучение активных жителей города назначено на начало ноября. Волонтерам расскажут, как действовать в случае обнаружения некачественной или просроченной продукции. Проинформируют о требованиях хранения того или иного товара. Объяснят, как правильно фиксировать нарушения. В каких случаях будет достаточно одного чека, а в каких присутствие свидетеля. Организовывать рейды планируют 5 раз в неделю. Возраст волонтеров должен быть от 16 лет и старше. За подробной информацией обращаться по телефону 8 800 234 23 55.